Всем привет, с вами Прия. Немного времени прошло, как я опять снова на друиде. Думал, что почти целую неделю не буду на него заходить после вскрытия недельного сундучка. А оказалось то, что вскрыв недельный сундук на ДК, мне упал легендарный предмет для друида. Какие легендарочки у меня уже есть? Давайте взглянем на это. Что вообще есть на нем? Что так мало сразу? Есть Синедария. Есть запястье, есть ноги, есть ступни, есть кольцо на талант. И все? А, ну и кольцо на кота. А я думал, больше намного. А я думал, сова. Окей, ладно, скрываем на танка и надеемся. Я не знаю даже, на что надеяться тут. На плащик обычно надеются, вроде бы, да. На колечко с целью дополнительных сейвов. Ну, поехали. Что же это будет? А это Архимонд. Весьма неплохой тринкет для Мишки, так как с помощью тринкета Архимонда можно поглощать абсолютно любой дамаг. Как физический, так и магический. Да и к тому же у Мишки весьма неплохой разгон по ХП. По сравнению с остальными танками, кроме ДК, конечно же. И тринкет Архимонда будет давать весьма большое поглощение. То есть 12 миллионов ХП, 30% от максимального ХП это 3600, щиток на 3600 и в последующем 75% от этого дамаг соло таргет. Вполне неплохо на самом-то деле. То есть сколько это получается от 3600? 2700. Ну да, вполне неплохо. Возможно, если Мишкой что-то буду делать в плане рейдинга или там серьезного когда-нибудь танкования, то, конечно же, буду использовать Архимонда. Да. Всех вам благ, счастья, здоровья. Наслаждайтесь чудесными роликами на YouTube. Поглощайте с них полезную информацию. А также обязательно посмотрите видосики касательно гильдии. Потому что очень много вопросов насчет этого. И еще больше глупых вопросов насчет этого. Берегите ноги. До скорого.